друзья! Мы приехали в сад за ребенком. Так что смотрим, какие у нас садики в Латвии. То есть в Липае. Я не буду показывать никому наш садик. Успокойся. И убежал. Знаешь, что люди говорят? Что? Что ты очень это фотогеничный. Кто это сказал? Что ты такой шоумен. Да ладно, что ты гонишь? Что влоги это прям твое. Да, да, да. Тебя да. Не видно. Камера очень. И вообще объясни мне. Сними вот тот. Все, почему? А. Почему так холодно? Холодно, потому что сейчас, ой, сейчас скажу, на улице сейчас у нас плюс один, но у нас в Липае очень большая влажность, потому что у нас море рядом, Балтийское море, которое вы видели вчера. Ну, дальше. Так что так вот, ну, что дальше? Ну, что-нибудь расскажи. А это мы с работы. Мы сейчас с работы, да, вот я с работы, Анастасия Сергеевна тоже с работы, вот забрал ее с работы. Ты меня трясешь. А, извиняюсь. Вот. Что вам еще сказать такого? Ню. У тебя есть словарный запас или нет? Что ты только ржешь? У меня задание простое, держать камеру. Да, держать камеру. А ты говоришь. Так, друзья, мы уже подходим к нашему, ой, не к нашему садику, а к садику, где находится наша самая маленькая дочь. Так что, сейчас мы будем ее одевать, оденем и поедем в магазин. И будем делать вкусняшку. Хорошо, хорошо, все, я выключил. Да, я выключил камеру. Моника, Милена дома. Мы уже вышли из садика, идем к машине. Оп, оп. А я бегу за ними. Я... Зайка, мне нужны пружины, чтобы камеру не трясти. Нет. Не забудь, да? Да. Там зонтик был? Покажи. И чипсы, и йогурт, и сок маленький, да? Пошли. Где наша машина? Куда мы сейчас? Другой магазин? Да. Другой магазин? Да, мы сейчас едем в другой магазин под названием Супер Нечто. Привет, мы уже дома. И сейчас мы будем что-то готовить. Да? Да. Не мы, короче, детей запряжем, они будут готовить, давай. А мы только будем кушать. А мы просто будем руками водить. Че ты меня трясешь? Соль. Все угадали, что мы будем делать? Режь огурчик, да? Режь. Нет. Девочки, а мы что готовим? Они досочку хочешь? Они по-настоящему называются роллы. Девочки, давайте быстрее, кушать хочется. Полин, что ты делаешь? Мама, Полина, что делаем? А мне надо длинные вообще-то, она сейчас весь огурец испортит. Моня что делает? А я готовлю суши, да, мам? Елена, ты авокадо умеешь резать? Да. Не, я серьезно. О, Ева что режет? Ева. Евдокия.
Ты что там резал? Оля, зачем вы тебя отличили? Ну что, Милен, как? Дела? Вкусненько. В смысле? Вкусненько уже? Кушаешь да. уже? Ты уже ешь что-то? Милена! Ну, вкусно. Ты прям профессионал. У меня свои роллы. С чем ты для себя делаешь? Расскажи. Крабовые палочки, чуть-чуть сыра, огурчик и... Как он там назывался? Авокадо. Авокадо. Иди сюда. Я много про риса, нет? Да. Много, да? Толсто. Ну, так, да, толсто. Девочки, что вы делаете? Милена учит меня делать роллы. Правильно, молодец. Деньги тому по апельсинке. Кто по краям, тому я по мандаринке дам. Свечка около Полины. Полина? Снапчат. Я научилась. Можно мне наливать? А мне куда наливать? Я же говорила, мне надо синий принести. Какой из этих? Я по ноге люблю. Как он плохой. Нет. А ты правда научился? А, поехал. Понюхай. Ну, Ева! Когда быть это? Еще один, да, скажи, есть. Все, я ем. Нет. Дегустация. Это какие? Это какие? Я уже налила. Потому что можешь? Не разываться. Неправильно. Ну, как-нибудь, только не это разные стороны. Ну, бери, конечно. Моника, как ты взял, так? Нет, это не нужно. Ладно, папа берет вот так. Опа! Немного? Я беру с этим. Так и живем.